И снова мы. Всем здравствуйте. Доброе утро. Очередная небольшая прогулочка, зарисовочка. Только что Ула у нас убежала вон туда, в те дырки. Не успела я ее заснять. Вернее, я успела, но там не буду это, наверное, выкладывать. Или если смонтируем. Короче, почувствовала вкус свободы. Побежала. Увидела дырки. О, сейчас какую-то палочку нашла. Веточку, палочку. Ума! Пошла. Сегодня она смелая. Ты куда попёрла? Ну, в бассейн уже. Ты куда полезла? Бассейн завалила. Так что сегодня она у нас уже смелая. Ой, все хрустит. Встали мы в 5 утра. Разбудили всех, стали скакать. К 6 утра мы снова угомонились. Спать нам захотелось. А нам уже вставать надо. Так что энергии хоть отбавляй. Так, сейчас она еще у меня туда полезет. С каждым днем она уходит все дальше, дальше. Ума, иди сюда. Не боится, привыкает. Да, кто-то вот спрашивал, почему мы с ней еще не гуляем. Ну, потому что нужно еще сделать второй набор прививок. Вот, там, против чумки и всего такого. У нас тут все с собаками гуляют. Ну все, побежала уже. Так, иди сюда. Эй, иди сюда. Сейчас забор опять убежит. Вот видите, какая она сегодня резвая. Снег замерз. По нему бегать хорошо, не проваливается. Да, так вот я говорила, сделаем второй как бы набор этих прививок, и тогда уже можно будет гулять. Эй-эй, Ума, нельзя туда. Засранец. Маленький засранец. Что ты там, упала? Это мой палец. Сегодня она у нас не будет долго одна. Сегодня будут дети дома, Алиса будет дома. Так что, может быть, часик-полтора, ну, два максимум она будет одна, ничего. Привыкнет. Игрушки есть. Потихоньку привыкнет. Вообще мы даже думали, уже еще когда Ула была живая, завести вторую собачку, чтобы одиноко не было. Но вот не успели. И по незнанию думали сразу двоих завести щенят, что им весело будет. Но, конечно, нас отговорили умные люди. Сказали, ни за что, никогда так делать нельзя. Надо сначала научить командам одну собачку, а потом уже брать другую. Поэтому посмотрим. Может, еще и вторую возьмем. Чтобы им было не скучно. И чтобы никто не выл. Да. Вот беспечная у нее жизнь. Вообще не помню, чтобы у нас столько снега много было. Много снега выпало в этом году. Вон там, видите, торчит палка у меня. Вообще, это у меня такая коробка на ножках. Там я зелень сажаю. Это у меня лук вырос так. Я его так и оставила. Вот он и стоит у меня, лук.
Так эта коробка довольно-таки высокая. Смотрите, все, видите, как засыпало. Так что вот сегодня у нас уже ребенок освоился. Все тут везде пробежал. Отметил, как говорится, свое хозяйство. Ума, что ты там грызешь? В заборе тут растет дикий такой виноград. Ну, сейчас уже нету ягод. Одни какие-то эти остались. Сухарики. Птички все съели. Ума! Иди сюда. Иди к маме. Иди сюда. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Вот молодец. 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 Оп. Ну, пойдем. В общем, желаем вам хорошего дня, настроения, позитива. Все плохое когда-то закончится обязательно. И до скорого. До следующего раза. Всем пока, всем добра.